Привет-привет. Суббота, мы не спим. Нас пригласили в американскую семью на baby shower. Затарились подарочками, собрались и, в общем, выдвигаемся. В общем, а я так переживала, так готовилась. Я никогда прежде не была на подобных мероприятиях. Семейная пара, которая ждет пополнения, прислали нам пригласительную, и там была ссылка. В общем, ссылка называется Baby Shower List. Мамочка будущая создала вот этот лист заказов с ссылочками на товары, которые она хочет получить в подарок. И вот ты по этой посылочке идешь, покупаешь какой-то товар, и для остальных гостей этот товар потом пропадает из списка, как бы забронирован, купленный. И потом магазин делает доставку родителям домой. Но доставка домой, конечно, хорошо, но мы же едем. А я давай искать американских блогеров, которые снимали свои бэби-шауэры. Думаю, посмотрю, как происходит вообще, есть ли такая традиция распаковки подарков. И, в общем, эта традиция существует. Под конец вечеринки мамочка открывает подарки, озвучивает. А мы, короче, эту ссылку получили за 2 дня. Когда мы получили? В четверг вечером мы получили, вот в субботу утром нам идти на праздник. И там все товары, ссылки идут на интернет-магазины. То есть доставку ждать... She's like the best in the whole game. I had my lady grab ours.
months. And I'm sure they did a great job. Oh, it goes with the other thing. Nipple butter. Yes. I did that. Oh, dear. Thank you for being here. It's from Eddie and Jim. Right. And Ryan. Ryan wrapped it. Thank you.
Oh, wow. Yeah. Awesome. Thank you. That's my diaper bag. Looks like it'll be perfect. Yeah. 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 All the jumpers. About that part. Crying baby, you're like, you want this bag, so backpack. Yeah, be a good choice. Babysit. I just kind of go.